Теперь еще нет. За час? Но разве что ресабычек, не знаю. Да я просто смотрю на свой саппорт и думаю, офиса или нет. Да я думаю, долго не надо, у нас что-то народ, блядь, то АФК, то еще что-то. Если и пойдем, то раз обычки сопрут нафиг. Не, ну сейчас-то нужно. Да не, блин, там просто у Сереги... А котики поставьте кто-нибудь, кто... Никто не ожидал, что он умрет, а он умер. Кто-нибудь вспомни меня, меня вспомни. Пожалуйста, на понедельник Гроумаги где? Продажный. Понедельник, говорю, магики, дайте поставлю, да. Пожалуйста. У меня заработал календарь. Давай, давай, давай. Покажи. Давай, чтобы прям показать, как это делается, поставь 18:30. Я вас обнадежу. Не можете вы поставить на понедельник. А что в понедельник? Скорее всего, Джайна будет. Ну, после Джайны. Это почему? Ты думаешь, в понедельник еще что-то останется? Ну, может и не останется. Если не останется, то еще и лучше для всех. Как бы, если что-то и останется, так это Джайна или Ресс уже. Понька, а что за время странное, Грульмагиггер? Что, Реску сегодня закроем? Или не ставим? Давайте Реску сегодня. Да, пусть остается вместе Грульмагиггером. Да, вместе сразу закроем. Ну хотя, кстати, да, с Грумаги может там покупатель еще какой-нибудь найти. Или парочка. У нас тут как бы. Продавщица, блин, продуктового магазина. Сегодня можно сбегать Грумаги кобычку. Или какой-нибудь. Тут видите, в принципе, час еще остается с вашими даже, блядь, если бы не АФКшили. Не АФКшили. Можно было бы и окна сегодня тоже. Проверьте время, у вас какое время стоит на понедельник? 21:30. А должно быть 17:30, да? 18. Почему 8? А почему 7? Ну да, действительно. Вообще 18:30 такое скептическое творческое время. На самом деле хотелось бы. Да я хуёво это делаю, уж и Гена сделает. Гена, распределили по-бырому. Я кругля там на танке, по хилам там. Два шамана отдельно друг от друга. И так далее. Я просто, если честно, хочу чаю налить. А перерыв-то закончился. Так фу, там-то и дело. Скажи мне метки, какие стоят. Треугольник, трусы. Кружок, черепок, крестик, квадратик и луна. Ты, если не знаешь, молчи лучше. Кружок не стоит. Я вижу кружок. Стандартный. Трусы, луна, квадрат, крест, череп. Окей, поехали. Трусы. Стоит у нас Вага. Дальше. В луне стоит Редвар. В черепе стоит... Коника в крестике стоит в чем? Френдик стоит в крестике. Какая пятая метка? Череп называл. Череп. Нет, квадрат. Квадрат. В квадрате стоит у нас. Кто там с Миликов еще один остался? Или больше Миликов нет? Войд Дефендер еще у нас есть. А, Войд. Квадрат. Все, по РДД зоне. Афоня, луна, трусы, кислые. В круге. Ну ладно, стой там. Тогда Йена трусы. Адмирал квадрат. Этот крестик Хисаями. Череп. Пускай идет лучше Долорус. Не Долорус, Сантей, пускай идет через. Так, дальше по ШПшка, Маша, крестики. Инопланетянин в квадрате. В черепе.
у нас будет Талим. Кого еще забыл? Не, повтори, где я стою. Пожалуйста. По хилам сейчас определюсь, подожди. Кого с РДД забыл? Кого не назначал никуда? Локи вам пишет, что никуда не назначал. Локи, ты тогда будешь стоять в крестике. Долорес бегает, короче, без разницы где. По хилам. По хилам. Так, Полина, крестик. Кирс, Луна. Элбрил. Трусы, Настя. Это череп и квадрат Лены. А, Хантов забыл еще. Это трусы Артемия, Мозер, череп. Леха, войду квадрат, говорил, это только наушники. Да. Рыба у трусов стоит. Долорес приоритетнее, держись, короче. Где-то квадрат Луна примерно. Каску обнови, Лех. Опять кончится. На гидросе. Каково распределять всех? Даже метки? Вот, так я угадал. Ну, рублет на басе, да? Ну да. Все, пуляем. Вертинги не было. Каску, лапу. Пианист, ты будешь гвардейцев держать? Да, я на... Окей. Там на пул мазер будешь отдавать, ты с той стороны стоишь. Куда? Я этих... Я страйдеров на пулевую. Страйдеров, блядь, они по очереди. Страйдеров. Буду успевать. Ладно, поехали, все здесь. Бля, и все равно тут бурсты не надо плевать. Держи ауру. Бери ауру. И прот. Лена, стань под боссом. А я ничего. Монород, ну не выполняй квесты, пожалуйста. Я думал, я сдох. Да. Она прекратила станет или что? Луч, прибежали. Главное, дернулись все. Это херня, что? Это я на ласт фазе работаешь. Теперь только на ласт? О, найс. Но это не точно. Там были исправления, плаши. На меня сегодня станет на последней фазе. О, начал станить. Прекрасно. Она в сопрот может уходить. Да не ушел бы столько в сопрот. Захиливайте, хилите. Мозер на пулю фризануло.
Где зеленый, говорите? Крест. Вон, здесь Вок там кричит. Спелить не забывайте. Так, а где Луна появился это? Странник. Лутера, нет? Лутера, да? Прилог поставь. Мы проебали уже одну. Страшно. Нет, не проебали. Нет. Адмирал. Где зеленый? Он раз в минуту был. Мы дисконнект с Машей, yes, минус 5. 2. Сейчас 0.5, блядь. Минус 3. Ничего страшного. Зеленый в трусах. Че там, не проебали? И... Проебали в трусах. У вас там дохуя стоит, че вы приёбываете? Не знаю, я его огобили. Страйдер в квадрате выходит. Числа еще там возле вас. Зеленый опять в трусах. Числа, подключись. Если зеленый идет, стоит. Ваху там подхил. Ну отведите, блядь. Аккуратно, я далеко. Страйдер в луне. Идите от него. Черепи. Пять! На планете нет, даунта нет. Не, чтоб ко мне бежать. Зеленый череп. Поднимите Лену. Где лежит? Я в квадрате. Фоника просит. Сразу лапы кислые, да? Да ты отходи. Ой, сразу, отходи. Молнию, дай. Коник очень сильно был в жопе. Тебя подхилили, надо. Но он не может подняться, он магму поднимал. Я магму сразу же поднял, сразу скинул лок. Ну сказал бы, что ты не будешь. Или летишь? Я лежу в черепе. Коник. Второй, говорит, и гордей. Зеленый в трусах, Вага. Все в трусы бегите, бейте. Ну чё вы, блядь? Адмирала поднимаю. Бьёте. Лёш, адмирал рядом со мной лежит. Да, поднимайте все. Так, минус 3, блядь. Если синяк сзади. Крестьян, помогите, пожалуйста, Аня, убить обычных мобов. Они просто... Зеленый крестик, крестик, зеленый крестик. Чего вы крест бросили? Все в крест. Так вам нравится, дохуя два моба лежит. У меня на страйдер был. Страйдер с луны. Это со счета не дал. Что страйдер сижу так? Потому что они срывают, пока я им таунчую, пока я ОП. Все равно срывают. У меня нет рун на замедление. Поднимаю. Страйдер. Че у меня страйдер? Ну 5.
еще тоже дают? Зеленый череп. Босс активировался. Все в череп. Геру дай, играем в РДДС. Поймайте Вайша, Вайша, поймай Леха. Там гвардеец у вас. Кайтите страйдера. Гвардеец. РДД по плюшкам сверху, которые... БР больше нету. Блять, на пункте последнего гвардейца не капитана, я босс. Птичек видите? Три птички летают. Никто их не бьет, кроме девки. Я разрушение только даст. Да, вроде нету. Дейцев надо добить, а ты его бьете ваши. Пить. Птичек, четыре птички. Вага, стань наперед, дай там. Серго, лето. Выйди ты служи, блядь, кто там стоит, блядь. Если что, за ворот вылет. БРов ни у кого нету. У меня нету. Потея. Кто живой останется? Кто здесь будет? Обосить? Я напишу, что просто. Я не слышала, какие плюсы. Так, я минус 4 плюсы. Дайте жду этот таун, куда жить, не живу. Шеня, дайте. Факт, сколько нас сейчас додержит? Полин умирал постоянно. Нет, отражай, видишь, много стоит. Побеги наперед, блядь. Один за ДД. 12. Живых. Маму помолись, а не залить. Даже 10. Белоруса не считай, не 9. Птичек, главное, бей. Там БР откадашится. Пиздец, лужа не засыпает. Ну вы, блядь, бьёте там вообще? Нет. А кому поездку туда? По гевке кидаешь. Бабушка. Можно гимн на ману? Ты магам еще по мане проси. Инеркам дальше. Но... Здесь. Когда меня подняли, я перед этим себе ману отрегенил. Скатов больше. Четверо лет. БР не откатили то. Нет. Три минуты. Три минуты самый. Три минуты у мертвого кислорода. Четыре минуты следующая Борисовна. На край РДДР пришлись. На край.
5 ДД. Не знаю, как это БР, если... Ой, я вылетела. Хитрее немного. Уже 5 скатов. Вы чем больше в переводе с джайну, тем чаще скаты выводит. Если мы ждем БРов, он босса бить нельзя. Че бы джайну побить? Ну блять, вайши. Велики стопнули в рот. Стоите, блять, бить. Там привязка к хп идет. Мне кажется, он уже 3 РДД всего. Талим, Адмирал, Хисаями, Сантей. Гстегин на маму. Нужно подойти поближе. Ебанул один. Лен, хилов и РДД больше хватает, чем милишник. Все три, все 5 БРов ждем. Да у нас дохуя хилов для такого количества, да? 2 минуты. Там скатов уже рождается, пиздец. Ну все там. Захуячим. О, не, они по 4 уже появляются. Они уже... Заходите. Мрём? Да, да. Только на край туда подойдите, что ли. Значит, ко времени привязка. И тогда мы были неправы. Да, он там еще 40 лямов уложит. Тяжело сдох. Карина тоже вылетела, да? Минус 3 ДД еще. Плюс своих 8. На мне есть диван, я по вам сейчас дам на срез. Да я в курсе. Не дергайтесь. А это ты дал? Кто еще? Так мне скидывает, а мужа. Пойдет. Не скидываю, жду. Все. Сейчас бы по спору с кратом 5 лямов нахуячить. Киса, чё за херь? Су! Почему ты бьёшь этот? У тебя со стороны твоей зелёной выходит, а ты бьёшь, блять, владеец. Причём срывает. Вышел, он, ты вон там нажал, заюзал звездопад и пошел к зеленому. Это уже потом, когда... Я на ночь зеленым, блять, это... Ну, у меня звездопад, он не прерывается. Адмирал как старательно убежал, такие ебеняши, пиздец. Я хотел... Блять, как ты там вообще оказался? Я хотел через инвиз смыться. Но вы слишком долго умирали. Ну, пиздец. По горам сейчас за тобой иду. Бобу ставлю. Забудьте, пожалуйста. Ну, рулет 2 раза сдох. Первый раз, ладно, окей. Второй раз. Леонид, кстати, я там внизу умер, я там не то что не захотел подняться или еще что-нибудь, я маг подобрал и сразу кинул локу. Тычьте, тычьте. Коника, если бы ты сказал, что ты там, я бы с тобой пошла. Ты не видела, что ты сюда смысл. Так если я говорю то, что в черепе зеленый, конечно, где еще? А Дживса можно? Ну не настолько же внизу глубоко. Ну а как? Он... У меня нет дальности атаки. Ну, Фрейзи тоже бьет. Вставай. Этих уродов я с прыжка его прохиливаю. А тебя не достало.
Я не видел, что там в воде совсем. Когда человек стоит сверху, а другой человек стоит на лестнице, хилка до нее достает? Нет. С прыжка достает. То есть тут типа есть бортик. Да, если я увижу, что хоть один милик дохнет на второй фазе, из-за того, что его не прохилили, я начислю лично миль. У меня вопрос от ДЦ. Ты себя хиль, пожалуйста, хоть иногда, потому что мне приходилось попрягать тебя и хилить. Но это позор вообще. Позор. Не знаю, когда тебе приходилось подбегать, я стояла между твоей меткой и своей. Я тебя доставала. И на тебе висели всегда мои быстрины. Я вот так к Элбрилу подбегала пару раз. Я не хочу ругаться, я сказала, ты услышала. Все. Ну помогайте друг другу, все. Вот. Когда я вижу, блядь, что конник отсидит нахуй внизу, блядь, и на нем нету прохила секунд 15, значит виноват конника. Какого хуя он забыл внизу столько времени? Конника побежал зеленого бить, Леха. Да плохо, что он подбежал. Он поднял магму, и стоял, ждал, пока прибежит лок. Кидал в лок магму и сдох. Я даже не ждал. Я поднял, моментально бросил. А долго я там был, потому что мы вдвоем с Мозером били. Можно Дживса? В следующий раз, значит, забиваешь, блять. Ложишь хер на зеленого, блять. Если ты сдохнешь на второй фазе, твоя вина. Окей. Френдик. Если тебя не прохилят вот на этой вот платформе, где мы, блядь, стоим, окей, это да, проблема хилов. Если тебя, блядь, не прохилят внизу, это проблема твоя. А почему хилов? Ну, Лёш, у меня котик всегда внизу находится, он прохиленный. Ничего. Ну, у тебя котик находится правильно внизу, он не в луже стоит. Ты Лёша? А? Был конкретно в воде. Отлично, у нас два Лёша, три. Блин, ты что такая агрессивная сегодня? Этот, начислите, Афон, начисли всем, кто сейчас разговаривает. И всем сейчас муты раздай в Дискорде. Полине, Насте, Лене. И, блядь, на следующем РТ, чтобы они с муты не вылезали все. Если вы не можете себя нормально, адекватно вести, окей. А зачем вы флудите? Вы РЛ здесь или вы кто? У нас сейчас идет, блядь, ВОЗ. Нахуя мне ваши комментарии? Кому что не хватает? В фоне. Готов, готов. Полина. Че, окей, поехали. Рулет по готовности, блядь. Эту неделю три, как говорится, девушки на РТ ходят к мутам. Вы можете нормально Мазар, все постоянно на пол гвардейцы. Забей на этих страйдеров. Там с ним умру. И я умру, блядь. Блядь, на меня никто в Довариде, сука, не напуливает страйдеров от слова совсем. Поздравляю. И ДКшкой вожу, и, блядь, никаких проблем, блядь. Даже не дохнуть не могу себе позволить. Там ДПС не хватало, Леш. По страйдерам. Там два страйдера гуляло. Я их наводил по второму кругу уже. Там пиздец. Понятно? Надеюсь, ты... Всё, Нурглет, давай. Хватит. Тише. Да что, блин? Будем объявлять только, где кто зелёный.
Го по местам. Локи, порталы поставьте. Кто увидит зеленого, орите в дискорд. Название метки. Где зеленый? Мозер, не напудришь гвардейца, это 100% убьет кого-нибудь. Крест, крест зеленый. Свободный РДД, бейте гвардейца. Со стороны трусов, печеньки. И ты что, лагаешь, Леха, или че? Я чем хер умею. Я тебе сказал, почему напудил. Так, странник. Фонис. Лена пулила, фоне сорвал. Я бегу по кругу. Где зеленый? Блоки портала не забывайте ставить. Зеленый крест, 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 крест. Крест, крест зеленый. Все побежали в крест бить. Наг, бейте РДД, которая печенька, трусы его на... Там сейчас пятница сложит уже. А чё магму-то никто не берет? Второй раз уже, третий. Коника, бросай в меня. Ранник череп. Магму так киньте. Дердре беги, дердре беги, дердре беги. Зеленые трусы. На пол. Доворос получил, закрыл. Последний остался. РДД в страннику поиграйте. Бля, не знаю, что на пулю. Гвардейцы, сбросьте бро, планета. Коника, давай тоже помогай на пулю. Где зеленый? Крест зеленый, крест. Зеленый крест, опять. Страйдер из черепа. А фон не кидайте, не знаете, если кому. Страйдер в черепе. Доворос, подойди, пожалуйста, листу. Доворос, подойди к листу. Да. Все, закрыли последний. Пить. Забирайте босса. Все, гвардейца бьем. Почему меня не служит? А там тоже страйдера быстро. Все, совы бьют по скалу. Че, давай, Лёш, подниму планету, быстрее добьем. Нет, я вообще не знаю, у меня пинг 6 тысяч. Ну, понял. Понят, вставай. Адмирал, убегай. Вага. Скаты. Как у танк сейчас. Там. Угу. Ай. Хорошо, экстрасенс. Давай, сейчас выйду. От. Давай еще раз.
Вага, вага. Что делаете? Бейте этих. Сто раскатов. Да, заберу сейчас, только когда у нее диминишн спадет. Наверное, пулю, два раза на пулю. Что я думал, брат? Выйдите там, Локи, Локи, выйди из рейда. Сколько там босса хп? 3%. Спараскат. Планета. Ну, поскидывайте. Все, можно Геру, давайте. Все бьем. Вага. Локи, выйди из рейда. Зеленая дрянь. Мозер. Глушение 2 секунды. Много говна. Карал, выйди. Лут поставил? Все. Да. Леша, там воронку кину, она уже в ГБ. Если что, лежит. Там падает одна воронка, она в ГБ. Да какой-то моторик пиздец какой-то творился. Я в Леху на пулю, он даже походу ни удара не делает. Срывается. После этого я в него на пулю. У меня типа видно, что делал. А, блять. Ну понимаешь, я наугад вообще. У меня задержка 15 секунд. Что ты хочешь? Я наугад хуярил, типа. Окей. Че, все? Ну, раз ролл и ГП. Сейчас, подожди, у меня только босс добивается. А на ком сейчас лидер? Понятно. А вот на ком? Так, ну пока у него там бой идет, я пока тогда смотрю ГП. Могу череп припаять. Как он разрывает? Нам через 15 минут только придет. Да нас же в Беларуси, блядь, это 9 часов вечера начинает. У вас тоже 9. Все, всем спасибо. Проверьте по журналу. Столько да за всех боссов. Да, вроде. Да, вроде, все, спасибо. Че, шапка никому не надо? На, пускай вторая. В смысле, а что там за шапка показала? А. Что там, грумайка, кабучка, кто не заберет? Тебе зачем? На спек.
На фоне. Тебе на колонну успех. На фоне. Догоняй, если что. Я ушел. Короче, мут дали всем девушкам и кир. Слышно? Да. На Аршама третий кусок на будущее. Ну а тебе вага зачем? А чё рулить? Воронки что ли? Нет, Т5. Т5. Да там ксерот не длина. Ну то давай я отдаю, потому что ваги не спасут. Паролу вышли.